Дорогие друзья, сегодня 1 апреля 2005 года, и мы вам расскажем о том, что будет происходить здесь летом на юбилей нашего движения в Днепродзержинске, форсирование Днепра 2005. Вот на этом Елизаветовском озере мы проведем тренировку 26 июня. Здесь мы будем плавать, резвиться, купаться, тренироваться. Сейчас мы находимся на плотине Дзержинского водохранилища, которое находится слева. Мы по нему в этот раз плыть не будем. Вот. Слева от нас находится знаменитый Аульский плацдарм, на котором мы регулярно плавали. Вот там на мыске. Многие россияне, украинцы уже переплывали на этот плацдарм в честь героев, которые там в 43-м году воевали за наших детей. Ну а теперь прошу внимания на правую сторону. Вот это является кусочек уже Днепровского водохранилища. Справа находится Днепровское водохранилище, которое перекрывается Запорожской ГЭС через 125 километров. Мы находимся в конце этого каскада на Днепродзержинской ГЭС. Старт находится в 3 километрах отсюда на правом берегу. Продолжаем презентацию нашего мероприятия. Мы находимся в Романковском затоне в Днепродзержинске и смотрим на плавсредство, которое нас будет сопровождать в нашем заплыве до Запорожья. Корабль «Каштан», владелец Днепровский металлургический комбинат имени Дзержинского, двухпалубный. Старт наш находится левее, чуть ниже по течению Днепра, возле стадиона «Буревестник». Мы находимся на месте старта нашего мероприятия на берегу реки Днепр, в Днепродзержинске. Возле стадиона «Буревестник». Это называется пляж возле стадиона «Буревестник». Вот здесь мы войдем в воду. Вот там на фарватере 125-й буй, 125 километров от Запорожской Днепрогэса. Вот. И начав заплыв, мы уйдем по течению вправо, вниз по Днепру. За мной находится лодочная станция, на которой мы возьмем лодки сопровождения заплыва. Сейчас мы находимся на мосту через реку Днепр в Днепродзержинске. Сзади нас 2 километра вверх по течению место старта. Видна плотина. А вниз по течению реки маршрут нашего заплыва до Запорожья. Этапом в Днепропетровске мы приплывем.